Количество заболевших коронавирусной инфекцией в нашем регионе за прошедшую неделю сократилось примерно на треть. Такие данные озвучила заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Наталья Ильиных. Групповой вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. В течение 5 недель наблюдаем снижение заболеваемости COVID. По итогам 12 недели зарегистрировано 2022 случая, что на 32,4% меньше предыдущей недели. В клинической картине преобладает традиционно заболевание с явлениями ОРВИ. Тенденция к снижению заболеваемости отмечается и в понедельник, 28 марта, рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов. За последние сутки зарегистрировано 265 случаев регистрации ковида. Общее количество тестов, проведенных, 4 миллиона 138 827 исследований. За последние сутки госпитализировали 13 человек с подозрением на ковид и внебольничную пневмонию. Отметим, что смертность от коронавирусной инфекции остается достаточно высокой. За сутки смерть от COVID-19 подтвердилась у 11 пациентов. Самой молодой было 65 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5336 человек. Вероятно, это одна из причин, почему региональные власти не спешат отменять масочный режим. И невзирая на то, что были ожидания его отмены в понедельник, 28 марта, этот вопрос даже не стали обсуждать на прошедших в областном правительстве совещаниях. Хотя возможность его отмены обсуждалась неделю назад, 21 марта. Одним из доводов в пользу сохранения масочного режима стало заявление местного Роспотребнадзора о росте заболеваемости ОРВИ. Впрочем, представители мэрии Новосибирска уже заявили, что праздничные мероприятия по случаю 9 мая пройдут без соблюдения масочного режима, если, конечно, эпидемиологическая ситуация не ухудшится.